Всех приветствую на канале Ярославский огород. И сегодня мы с вами будем запекать кукурузу сорта Honey Bantam в фольге со сливочным маслом и солью. Это первый способ и сразу скажу, наиболее вкусный. Все знают классический способ приготовления кукурузы, отварить ее в соленой воде. Но запекание делает ее гораздо вкуснее и сочнее. Нам понадобится кукуруза, сливочное масло, соль, емкость для запекания и фольга. Первым делом берем кусок сливочного масла и растапливаем его в какой-либо емкости. Я делал в железной кружке на газовой плите. Потом обильно солим растопленное масло. Я высыпал примерно чайную ложку, но вкус у всех разный. Поэтому решайте сами. Далее включаем духовку на минимальную температуру. У меня это 160 градусов. И разогреваем ее. Далее берем кукурузу и обильно обмазываем ее нашей смесью со всех сторон. Далее укладываем кукурузу, смазанную смесью сливочного масла и соли, на одинарный лист фольги. И плотно заворачиваем. Закладываем емкость для запекания в духовку при температуре в 160 градусов на 20 минут. Обильный слой масла и фольга не дадут подгореть кукурузе и сделают ее очень сочной и вкусной. Всем очень рекомендую этот способ приготовления. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр. Новое видео каждую пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!